После 18 курсов химио-лучевой терапии поднялась температура, сильные боли при испражнении, опухоль увеличена в размере, выходит наружу в виде геморроя, курсы химио-лучевой терапии отменили. Проктологи сказали, что это не лучевой проктит, не геморрой, а именно опухоль растущая, которая по результатам МРТ находится в 5 сантиметрах от ануса. Вопрос. После отмены химио-лучевой терапии, как долго будет еще расти опухоль, через какое время она начнет уменьшаться, уйдет ли болевой синдром? Если на фоне химио-лучевой терапии опухоль не отреагировала, уже не уменьшилась в размерах, то на самом деле ждать того, что она уменьшится потом, честно говоря, не совсем будет логично, да. Поэтому если опухоль продолжает расти, опухоль не реагирует на химио-лучевую терапию, то надо подбирать, наверное, варианты химиотерапии для того, чтобы как-то попытаться воздействовать на опухоль и сдерживать ее рост.